Привет всем! Я приехала в Рудский район, чтобы купить оливье, так как сегодня Новый год. И мне нужно купить оливье, так как мы с друзьями сегодня решили отпраздновать вместе. Вот. Оливье порции, потому что подумала, что одна порция очень маленькая и ее будет немного для нас четверых. Вот. Зарядили этих жирных голубей. О, они вообще ничего не боятся. Что я одна, потому что я думала, что у меня будет работа. Я сходила на работу, и они мне сказали, что мы сегодня отдыхаем. It's a clown. Вот, и я решила сразу же приехать сюда, потому что я работаю недалеко отсюда. Мы сейчас находимся на Цагальчиёк. Вот, и я пришла первая, теперь жду ребят. Надеюсь, они поскорее приедут. Stray Kids. Куда мы идем, Ахмира? Мы идем поздравлять Настю с днем рождения. Вот этот бутик очень похож на Кингсман. Видимо, костюмы. Вистенпрсент. Мы в поисках ресторана для еды. О! Как вы выучили корейский язык, не увлекаясь кей-попом? Девочка переросла.
Так, здесь вы видите, мы в Оливьянге находимся, и здесь вы видите зубные щетки с фонтанами. Да, BTS. Вот. Who is it? It is? Jungkook. А это Jimin. Jungkook. Jimin. Ой. Да, рай для армии просто. Да, там все есть. Они стоят 8900. А вы бы купили? $8. За 8 долларов такие щетки. BTS Edition. Я да, да, такая. Она даже воду купила.